В рамках государственной программы Краснодарского края развития физической культуры и спорта в сентябре этого года в 16-й школе началось строительство современной спортивной площадки. Накануне Нового года она была официально открыта. Новой современной спортивной площадкой для 16-й школы стала настоящим праздником. Поздравить ребят со столь значимым событием пришел глава Славянского района Роман Синеговский. Я хочу сказать прежде всего спасибо директору школы, учителям и наверное, детям, потому что благодаря вашим достижениям, благодаря вашим показателям вы были замечены, и именно в 16-й школе была построена площадка. Но она была построена благодаря тому, что губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев утвердил программу, было выделено финансирование Славянскому району. И с поддержкой строителей сегодня мы с вами эту площадку запускаем. Многофункциональная спортивная площадка была построена благодаря краевой программе. Ее стоимость составляет более 5 миллионов рублей. Комплекс включает в себя площадку с искусственным покрытием для игровых видов спорта, зону уличных тренажеров и снарядов для занятий воркаутом. Представитель краевого Министерства физической культуры и спорта Вячеслав Свешников поблагодарил администрацию района за плодотворное сотрудничество, а ребятам пожелал спортивных побед. От лица Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края поздравляю вас с открытием этого прекрасного спортивного объекта. Он один из многих спортивных объектов, которые строятся в последнее время на Кубани. И Славянский район один из лидеров спортивного строительства. Я поздравляю вас, что вы живете в этом прекрасном районе. Желаю вам спортивных успехов на спортивной площадке, достижений, побед, чтобы ваши шаги на этой спортивной площадке стали вашими первыми шагами в большое спортивное будущее. На празднике принято дарить подарки, а потому почетные гости просто не могли прийти с пустыми руками. Школьникам они подарили спортивный инвентарь, столь необходимый для подвижных игр. Право сделать первый удар по воротам и открыть площадку для занятий было предоставлено лучшему спортсмену школы. Кузнецову Дмитрию. Теперь с наступлением теплого времени года занятия физкультурой в 16-й школе станут не только полезными, но и комфортными. На площадке смогут заниматься все желающие. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».